На сегодняшнее утро без электроэнергии оставались 205 населенных пунктах, в которых проживают около 4000 человек. В восстановительных работах задействованы 57 бригад, то есть 58 единиц техники и 247 человек. Один из специалистов Россетей во время обхода обнаружил в Пестовском лесу так называемые удочки. На сленге энергетиков это дерево, сильно изогнутое под тяжестью снега или льда. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия, вызванные мощным циклоном, сохранятся до сегодняшнего вечера.